Всем салют, меня зовут Урмат, моя работа — веселить людей, но возле пандуса Акмата можно только плакать. Создается впечатление, что он создан для экстремалов, дабы выполнять всякие трюки, но ничего страшного, мы прокачаем этот пандус. Привет, меня зовут Акмат. Меня зовут Ильяс. А это пандус нашей школы. Мы называем его вертикальный предел. Ильяс столько раз пытался на нем подняться, но так и не смог без нашей помощи. Зимой мы любим кататься здесь как с горки. Когда-нибудь я смогу. Салют, чуваки, этот день настал. Ничего себе! Я не могу поверить, это реально ты? Ага, как дела? Ты прокачаешь наш пандус? Ну конечно, погнали. Нет, так не пойдет. Что это такое? Да знаю, чувак. Тут все плохо. Он начал разваливаться на втором месяце своей жизни. Сам он стоит не на уровне. Перила вон шатаются. Слишком узкий. Не проехать. Окей, чувак. Иди пока по своим делам. Попробую что-нибудь наколдовать. Нашего героя зовут Акмат, и этот пандус нужно будет исправить. Работенки будет много. Есть предложение? В общем, расклад такой. Я подберу оптимальный угол подъема этого пандуса и подберу максимально удобное расположение для тех, кто им пользуется. Еще идеи? Я залью бетоном все отсюда и до Алматинки, чтобы ни один человек не чувствовал ни спуски, ни подъемы. Предлагаю поставить сюда перила, ведь о бабушках кто-то тоже должен подумать. Окей, ребят, за работу. Когда я впервые увидел этот пандус, я подумал, что это рампа для экстремалов, и то бывшая. Она вся разваливалась, и по сути здесь был один лишь поручень. Но мы со строителями исправили это. И теперь встречай новый, прокачанный пандус. Базару нет! Вы крутые чуваки! Спасибо вам! Смотри, что мы здесь сделали. Площадка 1,5 на 1,5 метра для того, чтобы комфортно можно было развернуться. Спуск 4 метра 20 сантиметров с 10-градусным уклоном, чтобы можно было легко подниматься и спускаться. Также мы установили хромированные перила высотой 90 сантиметров, но это не все. Мы установили также и дополнительные перила, за которые удобно держаться человеку в инвалидном кресле. Вот видите, совсем несложно построить качественный пандус, который сделает любой объект доступным. Как мы видим, доступность – это проблема не только для лиц с ограниченными возможностями здоровья.